Шановні друзі, радий вітати усіх та разом з нами і усіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео. Ви на ютуб-каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік, і моя гостя чарівна пані Тетяна Мартинова. Це білоруська журналістка і опозиційна політикиня. Пані Тетяна, рада вас бачити. Слава Україні і живе Білорусь! Героям слава, живі вічно, рада вас бачити. НАТО в хату. Спасибо, что вы с нами. Давайте обратимся к нашим зрителям с просьбой не забывать подписываться на YouTube-канал Фабрика Новин, ставить лайки и, собственно, комментировать все, что вы видите и слышите, дорогие друзья. Ну и также наши уважаемые гости есть свой собственный YouTube-канал. Призываем подписываться и на него в том числе. Я подписан, и вот, собственно, вам тоже советую это сделать. Ну что же, Татьяна, давайте начнем интервью Александра Лукашенко, российской пропаганде из «Россия-1». Было сделано ряд заявлений. И вот с чего бы я предложил начать. Если не сесть за стол переговоров, будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины, говорит Лукашенко. Ну, он не впервые уже делает соответствующее заявление. Но я хочу вас спросить, это отсылка сейчас к Курску, потому что он особое внимание обращает к тому, что там происходит, и, собственно, говорит о том, что ну, всем-то будет очень плохо. Может даже быть такое, что Путина мы спровоцируем на ядерную войну, и Попов сидит и кивает ему вот так вот в ответ. Как вы считаете, это Путин попросил сказать, или Лукашенко знает, как ему нужно играть? То есть он делает то, что он делает всегда. И в таком случае уже позвольте, будет ли реально эта эскалация? То есть возможно ли ядерная война настоящая? Уже со стороны России, я знаю, что вопросы по отношению к Лукашенко, который не применит, я знаю вашу теорию, ядерку, потому что у нее, собственно, ее нет. Он этого не сделает. Путин это может сделать? Не может. Но я бы начала с другого. Пожалуйста. Да, потому что все интервью Лукашенко похожи друг на друга. Да, каждое интервью Путина маразматично по-своему. Все интервью Лукашенко – это я психически вот справка. Потому что он полностью, то есть противоречие в каждом предложении, он начинает с одного, потом второе. Этот разбор я уже сделала вчера у себя на YouTube, если кому-то действительно интересен такой, ну, достаточно длинный разбор чего к чему, можете посмотреть мою вчерашнюю трансляцию. Но сейчас я хочу сконцентрироваться на главном. Я понимаю, что, Юрочка, я вам желаю выздоравливать как можно быстрее. Спасибо большое. Но все-таки загадка. Выбачьте. Ну, давайте, конечно. Чего мы не видим в Курской области? Чего нет в Курской области? Важно. Чего нет в Курской области? Да. Но это сложный вопрос. Поляки там есть, как утверждает Лукашенко? Кого же там нет? Я не знаю. Подсказка. Этого же мы не видели во время марша справедливости Пригожина. Сопротивление мирных граждан. Точно. В любом поселке, даже, не знаю, в той же бедной Мартыновке, сколько там, я, кстати, фоточки смотрела, там и памятники даже есть, причем, по-моему, оленю. Значит, всегда есть опорный пункт, всегда есть какой-нибудь там, не знаю, мент, каких-нибудь три пукалки. Ну, где очереди? В РОВД или как там это у них называется, чтобы встать на защиту родной земли? При этом самое интересное, Юр, я пошла искать, ну что вот это сейчас самое важное. Потом мы перейдем к интервью. Оно вытекает из вот этого. Что? Я пошла искать у пропагандистов. Я пошла искать даже на каналах, которые занимаются контентом для распространения пропагандистами. А там нету этого. Знаете, кто у них там герои Курска? Те, кто эвакуировали людей. Все. Вот просто, вот эвакуация, эвакуируемые, и те, кто выносил на своих плечах, там, не знаю, котиков, собачек и инвалидов. Все. И смотрите, ведь чем гордится Лукашенко? Что они с Вовой, мало того, что могут удерживать народ в дичайшем повиновении под плинтусом, а они же, у них это, что? Один народ. С сильными лидерами. И, о чудо, если вы один народ, и ты в этом так уверен, то, соответственно, твой народ будет вести себя так же, как и этот народ. Ну, получается. И при нападении на Беларусь никто не будет ни отстреливаться, ни защищаться, то есть голыми руками. Что то, что это. Теперь следующее, важное.
Значить, ну, тому що Лукашенко по-українськи кажучи всрався. Так. Однозначно. Тому що, смотрите, вот на протяжении всех, у нас сейчас будет 1000 дней, да, войны уже, на протяжении всего этого времени у нас были с самого начала 5000 касок из Германии и красные флажки, туда не ходи, сюда не ходи, боже упаси, куда попади. Странная война, 100 раз обсуждали, им можно все, нам нельзя ничего. Каждый следующий день, месяц, неделя, год они отодвигали и убирали красные флажки. Только в четверг я обсуждала, что статья в Wall Street Journal, да, Wall Street Journal, это было по поводу того, что украинцы взорвали Северный поток, да, и так далее, написанная полностью в Кремле, и, соответственно, Германия должна отреагировать, и вообще сейчас у нас испортятся отношения, Германия сегодня утвердила новый пакет помощи. Та-дам! Что они не делают, у них ничего не получается. И теперь внимание. Помните, сколько было разговоров? Только пусть попробует украинский сапог вступить на российскую землю. Тут Сармат полетит по городу Лондону. Конечно. Даже не Киеву. Что по Киеву-то? Надо же центры принятия решений. Где? В Лондоне. В городе Лондоне. Значит, и что? Сначала пробовали этот русский добровольческий корпус, да, там Легион Свободной России. Ну, что там они побегали. Как это называет Путин, Курское приграничье, да, только тогда у них было Белгородское приграничье. Ну и, в общем-то, как-то выбежали обратно, разведка боем и так далее. Понятно, что мы готовились, понятно, что мы молодцы, ниоткуда не протекло, и сейчас мы просто уже конкретно хозяйничаем, как у себя дома, валим памятнику Ленина, вешаем украинские флаги, нас население встречает. Ладно, ну, с цветами, честно, не видела, но очень доброжелательно, никто не сопротивляется. Кто-то, конечно, сбежал, понятно. Но те, которые остались, им вообще пофигу это все. Абсолютно. А, и как бы, что получается? А, получается, сняты главные красные флажки заход на территорию России. И то, что это узгоджено со всеми нашими чудовыми партнерами, но я в це впевнена на всі 100. Уверена, да? Я просто не уверен, что это согласовано. Нет, вы себе не представляете, сколько бы уже было по этому поводу реакций. А пока что у нас там КНДР осудило, да? Ну, смешно, правда. Вот, поэтому нет. Я думаю, что это было вот прям реально. Согласно, Орбан летал туды-сюды, Лукашенко катался. Ну, а как по-другому воевать с этой ордой? Едем дальше. Что такое Беларусь? Сегодня в геополитическом смысле, с учетом того, что они союзники с Россией, с агрессором. Статистическая погрешность. Иранские прокси типа Йемена. Значит, соответственно, если сняты красные флажки по отношению к хозяину, то по отношению к Беларуси таких флажков нет взагалі. И тут только вопрос времени, когда станет на часе, понимаете? То было не на часе же все время. А тут может стать, причем в любой момент. Едем дальше. Что он наговорил в этом интервью? Потому что он реально в панике. Ничего. Значит, про ядерное оружие он отменил ядерную войну сам. Он очень четко там сказал. Я прям дословно приведу. Украина будет счастлива, если мы дадим асимметричный ответ и применим даже тактическое ядерное оружие. Но тогда у нас не останется союзников. Более того, у нас не останется даже сочувствующих. Если смотреть все интервью, он так и сказал, да. Конечно, так надо все было посмотреть, потому что это тяжело, я вам скажу честно, да, но я как тот ежик, который колется, но продолжает жрать кактус, потому что... Это у нас работа, Татьяна, да? Да, это моя работа, надо же компетентно отвечать на вопросы, а не то, что я там чью-то интерпретацию посмотрела. Точно так же, как и статью Wall Street Journal, когда я комментировала, я прочитала полностью сначала, чтобы потом просто рассказать, почему это фальшивка, зарубленная в Кремле. Так вот. Значит, дальше, из важного,
из очень важного. Потому что все остальное это, империю никто никогда не побеждал. И если будет эскалация, красные кнопки полетят, и тактические, и стратегические. Это все, значит, методичка из Кремля. Это он должен был сказать. Но он же в других местах полностью это опровергает. Первое, это то, что, значит, мы останемся без союзников и даже сочувствующих, то есть это невозможно. Там есть еще второе место в интервью, где он это говорит. Он говорит, что, значит, радиотехнические службы перехвата доносят Лукашенко, что поляки с немцами, ха-ха, так смешно его обсуждают. Говорят, этот же дурак, он же не Путин, он же реально может кнопку нажать. И такой сам себя, ха-ха-ха, как мне вообще это смешно. То есть это такие просто посылы. Дальше, что там еще из потешного было. А, ну что, он на связи с украинскими спецслужбами, которые ему отвечают, зачем они что-то делают. Дальше он проговорился, что это его косяк был отвести войска. Я себя, конечно, обеливать не буду, говорит Лукашенко, да. Но это все виной парад. У меня как там было, так и было. Сколько было народу там, столько и сидело. Это же мы там просто дополнительные привели, понимаете? Это же вы неправильно меня поняли, Владимир Владимирович. Я же Владимир... Он там так и говорит. Я уже Владимиру Владимировичу это говорил. Ну тут давайте обратимся к цифрам. Мое любимое. Загадка. Треть белорусской армии – это сколько? 38. 13, в лучшем случае, вообще в лучшем. 13 333 человека и 3 в периоде. Неплохо. Вот прям всю свою мощь Лукашенко вынужден был кинуть к украинской границе, а это целая треть армии, говорит Лукашенко, чтобы противостоять украинцам, которые подтянули туда дополнительные силы, к тем 120 тысячам украинских военных, которые уже там сидят. Итак, считаем, значит, 120 тысяч было. Дальше десятками тысяч украинцы стали подвозить на границу с Белоруссией своих военных. И Лукашенко пришлось кинуть туда треть своей армии, чтобы героически с ними сражаться. 13 333 человека и 3 в периоде. Боится, кстати. А вот зачем он это сделал? Он боится, что Украина может пойти в Беларусь? Ну, конечно, естественно. Он бздит только этого. Потому что, когда он говорит, ну, там у нас на границах с НАТО тоже все там перекопано, но мы тут мы разберемся. Это нас вообще не пугает? Да. Потому что у нас тут хорошие, выгодные позиции. Зайти-то они, конечно, может быть, и зайдут. Великий стратег, аж капец. Но мы тут на горочке, говорит. У нас на горочке тут сверху позиции очень удобные, мы их у всех разобьем. Понимаете? Я вот когда это слышу, я думаю, боже, это что вообще такое? Более того, едем дальше. Это же давайте. Это еще не все. Что там у меня было еще? Про цифры я вам рассказала. А, вот, значит, как раз сегодня тоже одним из ваших коллег давал свои комментарии. Нам сейчас нужно следить не за этим упоротым. С этим упоротым, если вам интересно, я потом расскажу, чем он сейчас занят и какие его планы на будущее. Нам сейчас нужно очень внимательно следить за Министерством обороны, за Хрениным. Так. Что оно делает? Вот прям всем подписаться на канал Минобороны. Ну, ладно, не надо подписываться, создавать им там видимость. Но так, заходить. Он так и называется. Министерство обороны там, Республики Беларусь. Значит, я за ними слежу. Знаете, что у них там сегодня? У них там сегодня учение «Военкор 2024». То есть они собрали журналистов и учат их, как во время боевых действий выживать и поддерживать информационный фронт. Именно Хренин 19 января, этому чуть-чуть, прынц, туда, подальше. Я все же люблю смотреть, да, как оно идет. А не просто последние новости. Если мы просто последние новости, мы ничего, надо запоминать. Зла не помню, приходится записывать. Значит, 19 января, Хренин, пресс-конференция, где он описывает новую военную доктрину, в которой что меняется? Ну, понятно, что, значит, меняется безъядерный статус, то есть, да, мы размещаем на своей территории
так, ядерное оружие. Понятно, что никто Лукашенко его еще не дал, но, как говорится, да, аппарат есть, как в том анекдоте, да, про самогонный аппарат. Самогона нет, но аппарат есть. Значит, вариант есть разместить. Дальше. Значит, участие миротворческих операциях, как войска миротворцев при содействии, значит, международных организаций и по другому принципу классифицированы войны. Значит, вместо, по-моему, локальных и не помню каких еще, это уже не важно. Зонных, межгосударственных, как-то так там. Нет, вот стали как раз-таки межгосударственные и коалиционные. И вот это очень важный момент, потому что там Хренин заявляет буквально следующее, что в межгосударственной войне Беларусь сама себя защитит, типа никого привлекать не будет, да, бла-бла-бла. Да. То есть как бы ОДКБ есть, но его как бы нет, если у нее межгосударственный конфликт с кем-то, да, понимаю. А коалиционная война, она уже, соответственно, требует вмешательства всех участников коалиции. Я что подумала? Два момента. Момент номер один. Значит, у нас есть неработающий ОДКБ. То есть Путина имеют в Курской области, deeper and deeper. А тут как бы никого не зовет, потому что понимают, что никто не придет. Угу. Соответственно, из ОДКБ, я так думаю, это затравочка, знаете, на будущее. Могу ошибаться. Ну, они же так обычно работают. Должна быть создана какая-то коалиция, которая, собственно, и будет участвовать в этой войне. Другой вопрос. А кто же в эту коалицию войдет, кроме нашего Картофана? Конечно. И вот если мы вдруг услышим коалиционная война, вот тут нам надо будет уже сразу очень сильно напрягаться. Может войти в эту коалицию? Так кто? Значит, Картофан, КНДР, Иран... Что там у нас? Ось зла. Китай. Китай. Никогда вы что? Нет. Нет, даже это в страшном сне нет. Никогда Китай в такую коалицию не войдет. Зачем оно ему надо? Он сотни лет потратил на то, чтобы латентно попасть туда, куда ему надо. Здесь же смотрите, как Лукашенко. У Лукашенко есть две болевые точки. Страшные и ужасные. Ну, кроме полной зависимости от России, в которую он сам втянул Беларусь. Кроме постоянной угрозы, то, что как соагрессор в этой войне, в общем-то, Украине уже разрешение спрашивать не надо. Пулять по Беларуси или не пулять? Мы полное право имеем с первых дней войны пулять по территории Беларуси. Просто мы этого не делаем. Всегда повторяю, запомните, дети, а лучше запишите. Лукашенко, Беларусь от войны спас не Лукашенко. Беларусь от войны спасла Украина, которая в свое время не ответила. Так вот. Ответить-то мы можем, у нас же есть чем. Более того, при определенной нет, просто мы не будем этого делать пока. Но в какой-то момент, я думаю, что он наступит. В любом случае, я сейчас не про ракетно-бомбовые удары, а про то, что белорусский вопрос тоже будет решен. И никаких нет красных флажков захода. Поэтому Лукашенко, бегая, что дурной, роняет тапки, волосы назад, по всяким абсолютно, засылая везде эмиссаров, Рыженкова там и так далее, пытаясь заручиться поддержкой Китая, там, каких-то других стран, Европы, везде, куда, там, куда он может только дотянуться, какой-то его человек может туда въехать, чисто физически, да, рассказывает всем, что как бы надо бы, вот, ну, я на все готова. Два болезненных момента. Авиация, да, Белавия, ищет отсутствие полетов, и калийные удобрения. Он не может решить эти проблемы. То есть какие-то санкции там можно обходить, что-то можно придумывать, как-то что-то замещать. У него эти совещания каждый день, какие-то там завиральные очередные идеи про экономику. Сегодня у него падеж скота, главная тема. Главная тема Лукашенко сегодня опять коровы. Значит, но эти две проблемы он не может решить. Проблема экспорта калийных удобрений, который встал просто мертвым грузом, еще и Россиюшка с Китаем его кинули. И, соответственно, авиаперелетов. За это он готов на многое. Но дело в том, что если про это знаем все мы,
то про это точно знает Вова. А как только Лукашенко слишком сильно вертит жопой многополярности на сковородке, Вова тут же ему объясняет, что так делать не надо. И я абсолютно вот не буду удивлена, если в момент, когда у Лукашенко уже будут все договоренности, ну, надо только, чтобы все-таки определилась Америка, кто у них там президент и какая администрация у власти. Потому что пока же непонятно. Так. С этими договоришься, а они, опа, и их уже нет. Ну, смысл. Поэтому все застыли в ожидании. Значит, Лукашенко очень важно продержаться, чтобы все-таки потом сказать, я на все согласен. Все, я на все согласен. И более того, поотпускать политзаключенных. Я, как являюсь, собственно говоря, сегодня белорусским политиком Демсил, нашим все время говорю. Ребят, мы можем придумывать только что-то очень надсистемное, креативное, потому что все остальное он сделает сам. Я имею в виду Лукашенко. Как делал все это время. Анечка, а вот если позволите, мы еще вернемся к вопросу политзаключенных. Там вот я у вас хочу спросить, что это за история там при этих 30 человек, и о том, что он уходит, непонятно. Но вот прежде чем к этой теме перейти, хочу обсудить еще одну, потому что он, среди прочего, сказал о том, что Беларусь и Россия могут разработать некий план нападения на Польшу. То есть он говорит, что у Москвы и Минска есть проработанный план обороны западной границы Беларуси. Но при необходимости этот план может быть переработан в наступательный. Это, правильно я понимаю, что это угроза стране НАТО? Ну да. Я же говорю, все в интервью. Психически у меня справка есть. И он как бы, по сути, Путина сдает. Смотрите, ведь что еще интересно. Это же белая разведка все это. Это болтун, находка для шпиона. То есть мало того, что он сразу во все стороны всем все рассказал. И полякам в том числе. Короче, зырьте. Я не знаю, кто там в Кремле в этот момент подавился бутербродом с красной икрой там или с черной. Но, по идее, он должен, наоборот, по методичкам Кремля, которые до него доводятся, говорить буквально следующее. Мы ни на кого не собираемся нападать. Это НАТО лязгает гусеницами на нашей границе. Граждане, любимые литовцы, да уже откройте Клайпедский порт. Смотрите, я уже и пробрал этих иммигрантов от вас. Да? И Вова же, он только вот с этими нациками разберется, тоже пойдем, все будем жить как раньше. Вот так он должен говорить. А он что говорит? А сейчас мы как нападем, говорит Лукашенко. И поляки такие, так, что там мы тут это... Только что собирались бобровники открывать? Не, наверное, нам пока не надо бобровники открывать. На очередной переход. А давайте-ка мы вообще все закроем чертовой матери. Ну, то да. Есть это создание бесконечного хаоса в этом регионе, которое в любом случае конечно. И в очень обозримом будущем. Лукашенко и вправду собрался уходить? Что это за история? Уже сначала с доярками, теперь Попову. Я готовлю людей к уходу. Татьяна, кстати, я когда смотрел это интервью, потому что сначала я тоже читаю, делаю вывод, потом думаю, дед все-таки лучше посмотреть, к первоисточнику обратиться, и, наверное, не все так, как хотелось бы всем нам это все воспринимать, да, то есть никуда он не уходит, просто, ну, я не вечен, вы должны это понимать и так далее. Или по-другому это нужно воспринимать? Смотрите, когда у него будет гореть факел в анусе, да, то у него не останется просто никаких других выборов, как спасаться бегством, может быть, даже с имитацией собственной смерти, не знаю. Тут разные могут быть сценарии. Я просто все очень сильно, практически, ну, не просто сильно, а вообще полностью все зависит от Украины. Первое. Сейчас вот предположу, я не военный эксперт, но это как бы такая очень открытая логика, которая прослеживается во всех заявлениях разных и экспертов, и политиков, и те, кто за нас, и те, кто против нас. Значит, если операция в Курской области будет настолько успешной, что реально у Путина начнет все гореть, пылать и шататься, ну, например, условно, там мы еще параллельно что-нибудь, там Крымский мост взорвали, туда дошли куда-то подальше, тут сухопутный коридор перерезали, или мы там еще и в Брянскую зашли, Белгородскую взяли, и вообще там Беларусь чертовой матери отрезали от России. Ну вот, соответственно, Хренин, министр обороны Беларуси, получит приказ вступать в войну.
от Путина, и он его исполнит. Это 100%. То, что он его исполнит, это 100%. Большими буквами на лбу написано у Хренина. Значит, тогда вопрос. А что в этот момент сделает Лукашенко? Потому что он это не проконтролирует никак. Это, ну, Хренин – это Кремль уже. Все, он с ним даже сверяться не будет, как было 24 августа 2022 года. Почему и тогда Путин сейчас не может дать? Почему Путин сейчас не может дать это распоряжение для Хренина? Не на джазе. Подождите. Здесь как бы вы же не путаете. Пока еще Беларусь в этом смысле должна послужить безопасным ВПК, безопасной нефтепереработкой и так далее, куда не летят ракеты. Так вот, у Лукашенко будет два выбора. Выбор номер один. Сделать вид, что это он отдал приказ и согласиться. Да. Или второй. Умереть. Или сбежать. Ну, потому что это военный переворот. Это военный переворот. Если он скажет, я не отдавал, это все Хренин. Тогда он Хренина должен арестовать. А как он арестует Хренина? Никак. Вот и все. И тогда будет финита ля комедия. Понимаете? И в какой момент это может быть, когда Россия может реально из-за определенных успешных действий ВСУ стать на грань очень серьезного поражения. Вот. Поэтому Лукашенышку они пока держат. Нехай он там бегает. Коров считает, падеж скота останавливает вручную, свиням хвосты накручивает. Да, это заради бога. Посевная и уборочная. Все. Все остальное – это уже не Сашина. Саша пытается себе это вернуть, доказав сильным партнерам, которые могли бы ими быть, что он вообще за мир. Но только он их всех потерял. Ну, 20-й год все решил. И никто уже, извините меня, с этим упоротым дел иметь не будет. Вот. Поэтому пока история такая. А он может в таких обстоятельствах реально инициировать свою смерть? Конечно. Я думаю, что понятно, что это все равно станет, наверное, известно через какое-то... Конечно. Но я думаю, что да. Хотя я бы ему рекомендовала попросить политического убежища в Украине. Вот, я ему подготовлю гостевую комнату с наручниками. Вот, и, соответственно, там дальше мы уже решим его судьбу тут, так сказать, по-братски. Татьяна, а давайте смоделируем такую ситуацию. Какой бы первый вопрос вы бы задали Лукашенко в таких обстоятельствах? Жрать будешь, сволочь? Мы кормим пленных. Мы кормим, это правда, да. Да, на самом деле у меня задавали уже этот вопрос. Мне кажется, что даже вы задавали, да. Я уже отвечала. Не уверен. Я просто не повторяться. В тот момент, когда я увижу Лукашенко в клетке, я ему задам вопрос: Саша, оно того стоило? Хороший вопрос. Танечка, скажите нам, пожалуйста, в двух словах, идет ли все это к большой глобальной войне, или, возможно, события в Курской области приближают напротив мир? Потому что вот Лукашенко в этом же интервью, он говорит о двух вещах. Первое, всему жопа, простите, а второе, можно все решить и жить как прежде. Как будет? Как будет, мы не знаем. Это действительно так, мы не знаем. Но мы знаем, как мы хотим, чтобы было. Мы хотим, чтобы России не было. Наши западные партнеры этого очень сильно боятся. Они хотят, чтобы ее контролировано не было. Лукашенко на последнем совещании своем с главами МВД стран УДКБ, значит, с открытым текстом говорил: мужики, не проходите мимо, пожалуйста, подайте кто что может. Если Россия рухнет, то нас в эту воронку всех засосет. Этот оплот автократии вот именно в этом регионе стран бывшего Советского Союза, от которого успели далеко уйти только пока страны Балтии, да, а мы все вот в этом вот котле. То есть вот он так и говорил: если рухнет Россия, все, нам всем капец. Поэтому нам надо, чтобы рухнула Россия. Это наша цель стратегическая, неважно, сколько лет должно на это быть потрачено. Важно, конечно же, чтобы не гибли украинцы. Вот, возможно, даже если сейчас Курская область, там еще какие-то действия приведут к промежуточной победе,
а не окончательной, то у меня прогноз такой. Потому что все равно мы отталкиваемся от того, что хотим мы и цивилизованный мир. То через какое-то время, если Россия будет изгоем и лишена определенного уровня развития технологий, то через какое-то время, если она опять куда-то и как-то рыпнется, а она рыпнется, мы ее победим теми технологиями, которые у нас уже будут, а у нее нет и никогда не появится. Потому что это будет судьба Ирана, да, они там ШОС пытаются делать там и так далее, но это все совершенно не про новый какой-то технологический уклад. Ну, я думаю, что мы с вами, Юрий, невзирая на нашу разницу в возрасте, оба это еще посмотрим. Вы так точно. Спасибо, сомнений. Вне каких-либо сомнений. Татьяна, спасибо вам большое за это интервью. Всегда с огромным удовольствием жду наши с вами совместные эфиры. Спасибо вам. Всего доброго.